было. Но, тем не менее, мы видим рукавичка жестенький. 5-0 за два раунда. То есть это уже статистика такая чемпионская. Ну что, 12-11. Все идет к тому, что будет очередная серия допов. Адепшн в обороне забрали 3-0. И, судя по всему, эмбарги готовы сделать то же самое. 12-11. Еще одно табло. Сириус. Агрессивная работа под точкой А. Ориджин в районе Дейла. Ну а Адепшн, мы видим, ничего такого сверхъестественного не выдумывает. Просто бегут дальше аркадить стрит. Сириус. За баром. Можно вот тут, конечно, хаешки взорвать, но навряд ли это будут делать на самом деле террористы. Что, Шедди надоели? Да, это старая добрая стратегия. Все в альфу, один Дейл. Шеди палец, Шеди палец, а Мэби теперь его будет там ждать, на самом деле. Стоп. Минута времени позади. Атака еще никуда не выходила. Сириус сотый. Леченечка. Готов на заход. Такой именно напряженный момент от обеих команд. Действительно, все сейчас, я уверен, очень-очень внимательно смотрят свои мониторы. Печенье побежал. Сириус. Первый минус без напряга. Есть информация по Сириусу. Тем не менее, рукавичка продолжает нашивать. Хорошие два минуса от синих. Уже пинг. И все-таки разменялся на Сириуса. Но ауч. Страхует 2 в 4. Да, это будут допы. Это будут еще одни допы. Потому что Адепшн 4 матч-поинта у них было, если считать один в основном периоде времени. Не мог забрать несчастный один раунд. Ну, я вот обычно, когда много матч-поинтов, уже ставлю на другую команду, допустим, на эмбарго, потому что если уж не могут Адепшн, то все. Их место займет другая команда. Ну, смотрим. Пинги. Последний. 1 в 3. 77 хп у него все еще остается. Бомба была установлена. Есть бомбуча. Ой, дружище, это, возможно, ошибка. Нет, рукавичка с ножом был. Пингви хорошо первого забирает. Как-то расхлябанно действует эмбарго. Никто из дома не чекал, никто не прикрывал своего тиммейта. В тупке становится Пингви. Но вот нетривиальный, прямо скажем, позиции. Не на стрит ушел, а в тупочку. Ну что же. Бэйби, 36 хп, Пингви минус 2 в жизни. Неужели растащит? Неужели 1 в 3 подарит своим тиммейтам путевку в полуфинал? У нас Пингви 1 в 1 против Зепри. Ему все по здоровью эмбарго, но Пингви, браво, действительно жесткая реализация. Клатч раунда и Адепшн на соплях, не знаю, на боки тут закатываются.